Get up early in the morning just to see her eyes. She's walking around in complete disguise. I don't know just what to tell you, how she changed so fast, but she. Друзья, я вас приветствую. Это видео обзор будет посвящен колонкам от компании Victor, модель SX-V7. Это уже сравнительно современная эпоха. По-моему, 95-й год или 96-й, сейчас посмотрю. Да, 95-й год выпуска. Вот, довольно такая интересная система. Но как бы она стоила недешево, 190 тысяч за одну колонку. То есть, ну, такой сегмент, скажем, уже ближе к премиальному. Вот. Ну, не самый, конечно, конский ценник, однако и абсолютно не демократичный. Вот. Но надо сказать, что в целом, в общем и целом, здесь применены, ну, максимально крутые технологии. Можно так сказать, что вот в размере этого корпуса и вообще как бы концепция как таковая здесь реализована настолько, насколько это возможно, да, то есть понятно, что есть какие-то другие концепции, более дорогие в исполнении, в реализации, но здесь все так, как может быть на максимум сделано. Вот, ну, видео такое решил сделать, оно будет, тут перевод с японского сайта будет с небольшими как бы юмористическими вставками, ну, имеется в виду как бы с кривостью перевода. Вот, просто решил поделиться, скорее всего эти колонки не поступят в продажу, но тем не менее рассказать о них вам решил. Значит, как я уже говорил, год выпуска 95-й, 190 тысяч йен стоимость одной колонки. Значит, это акустическая система, которая преследует настоящее ощущение звука, принимая дизайн высокого мальчика и прочный шкаф из красного дерева. Низкочастотный диффузор разработки Курта Мюллера обладает легким весом и умеренными внутренними потерями, а также дает высокую микродинамику. Для центрирующей шайбы низкочастотного драйвера используется паук из бакелита на основе льна. За счет этого увеличивается линейность от малой до большой амплитуды. То есть здесь не как обычно идет центрирующая шайба, тканевая такая, гофрированная, да? А именно паук. Вот, ну что в свою очередь, как вы могли уже услышать, да, позволяет при большой амплитуде хода сохранять линейность. Где тут потерял? В диафрагме среднечастотного драйвера используется конопля, за счет чего средние частоты имеют естественное и сильно действующее качество звука. Ну, насчет действующего я сам добавил, ну, в общем. Да, высокочастотный купол сделан из шелка хабутай. А магнитная система всех драйверов здесь Альника, обладает высоким магнитным потоком и низкой утечкой. Магнитные свойства улучшены с помощью специальной обработки. Рамы всех драйверов алюминиевые для устранения вибраций. Внутренняя проводка из OFC меди собственной разработки.
кроссовер поделен на три независимые части. К каждой части кроссовера идет отдельный кабель от входных клемм. Это предотвращает внутренние помехи. Контакты все обжимные, без пайки. То есть, видите, кто-то как использует серебряный припой, там еще что-то, да, а некоторые используют отсутствие пайки как таковое, что тоже, вероятно, как-то сказывается положительно. Корпус в виде высокого мальчика обеспечивает богатый низкочастотный диапазон. Коническая форма позволяет уменьшить эффект стоячих волн и сгладить пиковые значения, переотражений. Дифракционные явления подавляются и реализуется четкое звуковое изображение. Кроме того, поверхность перегородки слегка наклонена, чтобы выровнять основную ось звука относительно слушателя. Корпус изготовлен из твердого красного дерева. Лицевая панель 32 мм толщиной. Верхняя крышка 25 мм. Боковые панели 20 мм. И половая панель 30 мм. Дерево пропитано специальной смолой, чтобы предотвратить старение, характерное для натуральной древесины. Снизу четырехточечная система развязки. Передние опоры регулируемы и встроены в переднюю панель для более четкого воспроизведения без звуковой мутности. Значит, низкочастотный драйвер здесь 8 дюймов, то есть 20 сантиметров. Среднечастотник 6,5 сантиметров. Высокочастотник 3,5 сантиметра. Чувствительность данной акустической системы 88,5 дБ. Номинальная мощность 45 Вт. Максимальная 180. Эти колонки 4-омную нагрузку имеют. Кроссовер у них делится, значит, между низкочастотным и среднечастотным 530 Гц. И среднечастотник между высокочастотником делится на 4 кГц. Вес одной акустической системы составляет 23 кг. Вот. Ну, собственно, давайте еще раз поближе подойдем, посмотрим. То есть здесь, видите, это массив идет. Написано также, что компания Victor впервые применила массив для изготовления столь больших акустических систем. Ну, опять же, относительно больших для изготовления из цельного дерева. Здесь у нас клеммы идут под банан, под терминал, под кабель, под лопатку. Два фазоинвертора, обрамленных войлочными такими гасителями от завихрений. Вот. Ну, надо сказать, что я сейчас лишь частично слушаю тот звук, который эти колонки способны дать. Просто потому, что, во-первых, они у меня стоят на ковре. А так как у них есть вот эта вот развязка, ну, развязка там такие, как бы, не совсем шипы, ну, то есть, как бы, типа, как, ну, грубо говоря, кругленькие шипы, да, скажем так. Вот, и я так понимаю, что звук будет более четким, если бы колонки стояли на какой-то жесткой поверхности. Но мне сейчас технически нет такой возможности их поставить на жесткое, поэтому стоят на ковре. Это один момент. И другой момент, так как они обладают фазоинвертерами назад, то богатство по низким частотам было бы больше, если бы здесь была стена. Ну, может быть, от стены нужно еще чуть больше было бы расстояние добавить. Вот. Но в любом случае общее впечатление сложить удается. Вот. И в целом, как бы, у меня задача была проверить, как эти колонки ведут себя с ламповым усилителем. Вот. И с ламповым усилителем они ведут себя прекрасно. Я так скажу, что я слушал диатоны 205 с лампой. Я был уверен, что будет как бы супер. Но, знаете, я скажу, что связка ламповые усилители, вот эти Викторы, получилась более интересной. Диатоны колоночки поярче,
и у них на низкочастотном драйвере короткоходный динамик стоит, довольно жесткой подвижкой, вот, и, как бы, скажем так, сил лампового усилителя, ну, по крайней мере, моего лампового усилителя, чуть-чуть недостаточно для того, чтобы качнуть как следует. Вот, и получается, что с диатонами есть некоторый дисбаланс в сторону высокочастотных сигналов. Вот, а с векторами, за счет того, что у них вот это вот мягкие купола на среднечастотнике и высокочастотнике, смягчается высокочастотный звук, и низкочастотник здесь такой довольно легко двигающийся, вот, на мягчайшем резиновом подвесе. Ну, короче, с этими колонками хороший получается баланс для лампового усилителя. Вот. Ну и не только для лампового, конечно. Ну, короче, они такие, они не тяжелые абсолютно. Хотя, казалось бы, чуйка 88,5, 4 Ома, ну, не каждый может взять. Вот. Ну и меня еще попросили тяжелячок какой-нибудь загнать насчет того, как там каша, не каша. Ну, вот я взял Tastement. Мы уже эту группу ставили. Давайте еще раз послушаем. Сменим композицию. Сказать, конечно, тут это получается такая жгучая смесь, то есть ламповый усилитель, да, с колонками, которые тоже, ну, то есть это вообще, как бы, мягко сказать, не роковый, антироковый комплект по большому-то счету, да, но при этом, знаете, да, звучит, ну, не прям идеально. Понятно, что я слышал и комплекты более подходящие для этих стилей музыки, но в целом, как бы, как не основное направление звука, а как потенциал возможностей как таковых, очень даже неплохо. Вот. Ну а вообще я бы определил, конечно, эти колонки, и, как бы, вот они с этим усилителем, то есть как основную, как это сказать, как основной жанр для идеального воспроизведения. Это такой, знаете, как бы chill-out вариант. Ну, то есть звук не яркий, звук окутывающий, не лишенный натуральности звучания. То есть очень спокойный такой, расслабляющий. Ну, прям вот такая нега звуковая. Вот. Друзья, благодарю вас за внимание. И на прощание включу
еще одну композицию. Вот как раз, на мой взгляд, прекрасно, не то чтобы отражающую философию этих колонок, но как минимум композицию, которую вот они воспроизводят идеально, наверное, можно так сказать, да, и композиции подобного плана, ну, то есть джазики, блюзики, вот это все прям супер.